Заборонено? Понад 10 тонн? Нічого собі. Машина упала. Если написано для студента, там должен быть проверки. Просто чтобы его не закрыли. Если пойдешь так открыто смотреть. Сейчас мы в Костях заезжаем, потом мы едем на перегрузку Карбабида-Цком, потом в Киев, тут Асу там я перезвоню, тоже. Я сейчас... Ну, Асу, это там рядом. Не, ну я... Да, я возьму. На молокоразгадке, да? Ага. Хорошо, спасибо огромное. Спасибо. Дорога хуже, чем наша. Еще где-нибудь есть? Есть. В Украине? Есть. В Украине, хочется сказать. Человек недавно... От Татарбунар до Измаила. До Вилкова. Нет. До Измаила не буду говорить, до Вилкова. Нет. Подождите, вот давайте. Такие купальки. Это надо мужская сила. Да. А может вот тут, вот туда? А еще ж мы заедем, молоко тут будет. Ага. Здесь, тут будет. Тогда... Вещи, игрушки там же.
5 штук. Ага, хорошо, да. Кексы. Понятно. Так, что еще? А, это у нас вот три ящика этого печенья. За это. С маком, со смаком. А я думал, с нежирными макаронами, типа маква. Посчитали, все посчитали. Молоко посчитали, деньги. Молоко посчитали, но может что-то выпить. Такое бодрящее. По 100 грамм чая. Виталий Анатольевич работает в пути лица. Работает. А может подвинуть его еще сюда дальше? А еще мешки. Мешки. Я говорю, сюда дальше может подвинуть, чтобы... Они оплатили. Он хорошо помогает нам, когда света включаются? Что происходит? Можете пользоваться плитой? Да. Да. Если выключается свет, включается генератор, то у нас работает плита. Да. И свет на кухне есть. Да, но она молодой повар, она не знает, что в свое время Припортовый купил нам вот эту плиту. Вот эта плита. Новая сковорода. И, как она называется, конвектор, вот печет, запекает конвектор туда, называется, вот там, где вы котлеты дотушиваете, капусту с картошкой тушите, вот этот конвектор. И вот там вот пюре делают, вон, овощерезка, овощемялка для пюре, режут меленько на винегрет бурячок. Морковку. Так. Вот. 111. Да, было 119. Сейчас 111, потому что дети выздоравливают. Мы их лечим. Сейчас посмотрите, как мы их лечим. Здесь вот и линза есть. Электронная для тех, кто очень плохо видит. Но сейчас в теплоклассе посмотрите, что, какой принцип этой линзы. Это детки, которые плохо совсем видят технику чтения, технику письма отработать. Здравствуйте. Покажи, как ты можешь читать. Садись. Это у нас какой класс? Второй. Ну, ты уже мастер. Так. Это крупно. И писать они учатся. Мы тоже через линзу. Мы же можем писать не глядя, да? Мы пишем, потому что техника письма отработана. Так, притаманный. Мы можем опустить ее ниже. И она еще больше увеличит. Так, притаманный. Лише английский мови. Аккуратненько все у него, так как надо, все лежит. Ой, красиво. Вот полотенчики, как ваши в том числе полотенца. Мне кажется, вы вот фиолетовые тоже ж ваши. Ну, мы много привозили. Да. Я даже не и фиолетовые, не могла... и зеленые. А вон, вижу постели наши, да, постельные там есть такое. Потом приходит, и офтальмолог берет их, и каждый день они на другом аппарате, ну, чтобы другие там мышцы задействовали, другие упражнения. Как-то на него смотришь, просто только садишься, и что там легче как-то на нем. Да, там на нем как-то легче работать. Я-то не понимаю, но я тоже проверяю. Что он тоже тут же выдает. Здесь, да,
Она же лауреат международных конкурсов, он на баяне играет мальчик. Причем у него очень плохое зрение, но он так как-то достиг. Фестиваль в Еврейском культурном центре для детей с ограниченными возможностями. Тоже на детки будут петь, и мальчик на аккордеоне будет играть.